буква «У» на Будапештском НЭП-стадионе – символ универсиады, четвертых всемирных студенческих игр. 35 стран прислали сюда своих лучших спортсменов. В команде Советского Союза – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Это подлинный спортивный форум студенческой молодежи всего мира. Десять дней по самым различным видам спорта вели борьбу за золотые медали спортсмены-студенты. Опережая американцев Саари Иолла и венгра Катона, бурно завершая дистанцию в 400 метров Семен Бирицгейман. Удивительно хорошо идет спортсмен. Посмотрите, как далеко отстали его главные соперники. Тёма, быстрее! Тёма! Это тревожится отец Семена. Но напрасно. Вот уже и финиш. На 8 секунд раньше остальных соперников. Семен Бирицгейман установил новый рекорд универсиады и Советского Союза. На универсиаде в Будапеште самое большое количество медалей завоевали спортсмены Советского Союза.